15 августа, исторический момент, 2024 год, заливаем бетоном комнату нижнюю в нашем доме. Вот такой вот интересный процесс. Начало работы. Заканчивать будем в 8 часов вечера. Ага. Вот рядом сейчас, сейчас. Ага. И я на что-то сгодилась. Тяпочку принесу. Я тоже помощница. Кому тяпку? Да? Уже даже отдала.
Ничего, ничего. Давай, там конфеты. Я мешаюсь. Опять я пригодилась. Провод убирать, Марина, подожди. Провод убирать. Да куда, как ты? Нормально то, что этот тут в розетке? Ты пожиже пошел. О, это уже потекло. Вот это то, что надо уже. Хорошо течет. А то прям камнями сыпалось. Ура! Заработал! Заработала. Ой. Ой, поток. Ой-ой-ой, Серега, тебе прям на ноги течет. Надо было сапоги одевать. Вот это потекло. Быстро-быстро потекло. Размешали с водичкой цементик. Так, сейчас меня опять лопаткой прихлопну. Так, брызгается, еще камеру сейчас забрызгаем. Вот это круто потекло. Красота! Течет! Ой, блин, брызгается. О, хоть там будет полегче его раскрыть. Ого, какой поток пошел. Все, что ли?
Заканчиваем цементик. А нет, еще пошел. Вот чуть-чуть перекрутим. Да. Забила? Не, водички хотя бы попить. Течем как. Сейчас, водичка есть у нас тут. Опа! Не надо расплавлять больше. Не, достаточно уже. Хорошо. Нормально течет. Идет? Нормально. Хорошо, бежит. Не, не хочет. Я не устал. Не, я не устал, но у меня просто уже... Жарко. Сегодня как назло. Когда работать, так у нас жарище. Куб-то выкинули. Да, наверное, есть куб-то? Да поболены. Сейчас чуть-чуть это самое. Ну, не просто... Ой. Перекур. Ого, почти всю комнату заполнил. Ого, вот вон снимай какая. Ага, сейчас я хочу поснимать, как много. По желобу-то вроде не видно, течет и течет. А там уже так много. Сейчас ты с лопаткой отойдешь, я подойду, то уже получила лопаткой разок. Тебе не рано еще спагетти возьмешь? Да там уже. Нет. Да. Я на этом. На приступке. А. Начало заливать. Я на приступке наступил. Офигеть. Много уже. На две комнаты надо. Красота. Красота. Сейчас котенок еще выйдет у нас помогать. Барон спрятался вот здесь. Скажи, вон где степлер. Банки, степлер. Да, Серега, степлер. Вон в банке белый. Белые банки, вот он. Марина уже нашлась. Вот он. Это бесполезный номер, его все равно сорвали. Да нет, его сорвало, потому что я неправильно тут. Сереж, там не надо ничего подкрутить. Машинище. Леша, сколько нам на две комнаты вот это вот? Чего надо? Ну вот это вот все вместе, я имею в виду по объему. Ну как правильно, литраж цемента или... А. 5 кубов, да? На две комнаты. Давай, давай, Леша просит еще. На одну комнату совет. Чего-чего? Ну, на одну комнату, на Лизу. Вот это вот хватит. А. И подготовить столько надо. Да я понимаю, я просто спрашиваю, сколько это, ну, зрительно я вижу, да? А вот сколько, ну, это по кубометрам? Куба 2 здесь есть. А, куба 2, значит, еще 3, да. 3 будут выливать. Еще 2 вывалить, полтора, и сюда. А, и остатки еще сюда? Убери, чтобы оно не провод, да? Накинь просто наверх. Сейчас. Ну, сейчас я видеосъемку закончу, как я одной рукой-то тут вылил.
И сразу плитку кидать, да? Пока он мокренький. Вот сюда-то. На веранду. Сейчас матом угадывает. Ну, там пожиже сделал, хоть пошло. Я на телефон положил. Потекло там, прямо. А то, блядь, просто стек. Потекло. Встал, положи, вот смотри, где фонарик. Положи, где фонарик. Я тоже. Рыжик на веранде. Ну ладно, пойду тогда тоже заниматься своими делами. Начало процесса я увидела, потом приду в конце. В конце, где мы в этом, да, в бетоне. Когда вы будете по уши в бетоне. Вижу. Никак плавать. Ноги не вытащить. Этот процесс мы уже запечатлели. Красота. Началась красота с трудом, с тяжелым. Потом вроде пошла как по маслу. Все, дорогие друзья, ждем продолжения истории строительства нашего подвала. Всем пока, чуть попозже сниму продолжение.